Открыть окно, чтобы не было душно. Я уже открыл окно. Окно в путь для фанатов пятерки в нормальный монтаж. Ебать, вот это я вам просто разъебал, да? По факту. Мне, кстати, подарил пятерка ключ, чтобы вы понимали. Мне надо только активировать. А сайт Майнкрафта работает только с VPN. Врубаю этот ебаный VPN. Регистрируюсь через VPN. Интернет просто дерьмо. Когда я заканчиваю регистрацию спустя 2 часа, мне пишет: сайт закрыт на профилактические работы. Практические работы, блядь! Кстати, без приколов, вы, возможно, не поверите, я ни разу не играл бобслея, будучи либо пьяным, либо укуренным. Это чисто яд. Я не... Да пошли вы нахуй! Конечно же, я пизжу, ребята. Я изаю, блядь, столько веществ. Это пиздец. И прямо сейчас в Роблоксе я хотел бы рассказать о каждом. Да, нарезка готовится, имбейшая. Ты чё, охуел говорить, что я делаю нарезки? Я услышал это через 2 комнаты, ёбаный рот, какие нахуй нарезки? Я не знаю, как зовут школьника пятерки, но он меня вчера выбесил, пиздец, когда мы с ним, блядь, снимали. Он смешной хуй, но он вчера чё-то какую-то хуйню устроил, испортил половину приколов, как и Джимми, блядь, с этим дедом. У меня был четкий сценарий, где никто не должен был мешать, а в итоге этот Хагиваги стал каким-то ёбаным дедом, и все пошло не туда, куда я изначально планировал. Пиздец, жесть, просто в тильте, скучно, пизда. Я знаю, что делать, чел. У меня есть чит-код, который всегда делает весело. Блядь. Я канал Double Fun Пятерка. Я не против попасть в отсосите. Я вообще только за. Я готов сосать. Я, кстати, сегодня подготовил интро на стрим. Хотите? Вы что, долбоёбы? Это Дима Дайн, блядь.